Друзья мои, я вчера пыталась, как и обещала, сделать анализ девочки-спортсменки, которая погибла 7 июля в Польше после соревнований. Что известно? Известно, что 7 июля после соревнований группа, наверное, разбирала какие-то нюансы по игре, ну и потом они разошлись кто куда. Что это был за день? Я вчера начала делать, и скажу вам честно, я почувствовала, что нельзя этого делать. Запрет. И запрет от самой девочки, потому что она сама не ожидала, по-видимому, того, что случилось. Что произошло? Из того, что я вижу, наблюдаю, это действительно была некая прогулка по пирсу или по какой-то набережной, там говорят, какой-то канал или еще что-то. Конечно же, это был несчастный случай. Но несчастный случай, сопряженный с судьбой. У нее идет по матрице опасность утопления. И опасность утопления есть у нее именно вот в этот день, 7 числа. А произошло все это достаточно банально. Она просто протянула руку и не удержалась. Это моя версия. Это связано еще, друзья, с тем, может быть связано, что 7 июля с 7 часов 50 минут и по 8 июля до 9 утра была луна без курса. Я посмотрела ее еще натальную карту. Конечно же, положение не совсем хорошее. Что касаемо спиртного. Нет, спиртного не было. Она вообще не пила. Эта девочка спортивная, эта девочка такая, она говорила то, что она думает, она очень любила спорт. Ну, а если в целом брать вот эти два дня, 6 и 7, то время было достаточно сложным, достаточно нервозным. Во-первых, это связано с соревнованиями, это понятно. 6 и 7 июля транзитное солнце в квадратуре с солнцем, это, конечно, достаточно такой убийственный градус. Это катастрофы, это ошибки. В данной ситуации я могу сразу сказать, что эта ситуация началась с 1 числа, и она продлилась бы. То есть ей надо было бы хотя бы до 12 числа. Я думаю, что ей не надо было ехать на эти соревнования, но вы, мои хорошие, вот я, видите, я сейчас ищу какие-то слова. Все равно бы это могло случиться, потому что слишком-слишком много. Такое впечатление, что уже все, за ней пришли, и это должно было случиться. В крайнем случае, июль был очень травмоопасный, очень опасный для здоровья. Могу предположить, что она куда-то поехала бы отдыхать и где-то купалась бы. Что касаемо спиртного, опять повторюсь, спиртного не было. Я не увидела спиртного, поэтому и в ее матрице идет четкое указание на то, что выпивать ей нельзя, так как это даже если бы она не была спортсменкой, это не ее. На нее спиртное действует уж больно, скажем так, радикально. То есть она может сознание потерять или еще что-то там. Могла быть какая-то таблетка, но это здесь таблетка ни при чем. Это совершенно другая ситуация. Это можно расценить как несчастный случай. С точки зрения правоохранительных органов это будет так. То есть девочка могла оступиться и упасть, скажем, в этот канал. Я посмотрела астрологию. Здесь идет прямое указание на ошибку и на возможность утопления. То, что мы с вами и видим. Подвожу итог. То, что я еще видела, это то, что она как бы протягивает руку ладошкой. Вот вы можете попробовать выставить руку вперед. Вот это я и увидела вчера и решила, что она не хочет, чтобы об этом говорили. Сейчас я реально понимаю, что это обозначает или что это может значить. Как бы пытается остановить то ли молодого человека. Может быть, она просто, скажем так, забавлялась таким образом и она просто оступилась. Что касается родителей, приношу свои искренние извинения, соболезнования. И если вы захотите более подробно узнать, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я думаю, что мы многое с вами разрешим. Ваши знания, мои знания. Держитесь.